Пистолет страйкбольный Galaxy G21 Walther P38. Производится одноименной компанией Galaxy в Тайване, калибр 6 мм, боевой прототип P38, Германия, принцип действия спринговый, то бишь пружинный, источник энергии пружина, мощность до 0,5 джоуля. По сути, игрушечная. Боеприпасы, шарики 6 мм, емкость магазина 12 шариков, скорость выстрела от 70 до 79 метров в секунду. Снова завышенная, обязательно постреляем, померим. В качестве основного материала здесь используется цинковый сплав и ABS-пластик. Длина изделия 210 мм при массе в 575 грамм. Комплектация предельно простая, пистолет, инструкция и коробка. В принципе, ничего во внешнем виде не портит вид, кроме как рукоятка. Пластик уж слишком такого качества, ну кажется, он уж совсем дешевецкий. Хотя пистолет в принципе неплохой. Магазин полноразмерный, тоже довольно-таки увесистый. Само изделие выполнено без каких-либо косяков, тоже нет никаких пластиковых оплавин, никаких деформаций, никаких сколов. В общем, ничего такого, чтобы выдавало это изделие как довольно дешевое. А оно таковым как раз и является. Видел еще модели в серебряном исполнении, что выглядит уж совсем странно. По-моему, P38 были только черными. Ну, что поделаешь. Китайцы есть китайцы. Это уже изделие имеет смысл использовать как очень дешевый вариант вторичного оружия для страйкболистов. Второе применение это для любителей реконструкции, в частности речь идет о Второй мировой войне. Но лучше всего, наверное, подойдет для развлекательной стрельбы, где-нибудь на шашлыках или для детей, потому как оружие. Изделие очень маломощное, безопасное, в принципе можно его рекомендовать даже детям до 18 лет. Или детям до 50 лет, немножечко подвыпившим. Отличный выбор для тех, кто ищет свой первый пневматический пистолет и не хочет заморачиваться с газовыми баллончиками.